С вами в столице Австрии Вене. Добро пожаловать на предстоящий хоккейный вечер. С вами Александр Ткачев и Дмитрий Савин. Впереди нас ожидает настоящая яростная битва между Австрией и Украиной. Сегодня нас ожидает игра трудоголиков. Встречаются две крепкие хоккейные команды, каждый из которых может выставить 4 полновесных звена. Победит тот, у кого больше запаса энергии. Да, именно к этому все и сведется. Тяжелая работа и победа в локальных противостояниях звеньев. Они готовятся к сбрасыванию. Бросает! Он промазывает! Украина берет под контроль. Быстрый бросок. Чуточку, но все же мимо. Шайбу получает Австрия. Он парирует и этот бросок. Шайба находится под контролем Австрии. Расстреливает. Накрывает шайбу и впереди вбрасывание. Когда напряжение возрастает, его необходимо снять. И этот парень то, что надо. Он может развернуть игру в пользу своей команды в любую секунду. Будь то силовая борьба или голевая атака. Он никогда не подведет. Про таких говорят, играет с душой. Отложенный штраф. Стреляет без промаха. Он будет оштрафован. За опасную игру высоко поднятой клюшкой. Собирается играть в большинстве первый раз за этот матч. Посмотрим, сумеет ли команда реализовать предоставленную возможность. С самого начала надо наладить хорошую игру в большинстве, даже если не удастся забросить. Это вселяет уверенность и создает моменты для дальнейшего роста. Австрия забирает шайбу. Шайба находится под контролем Австрии. Он перехватил шайбу. Австрия не может реализовать численное преимущество с первой попытки. Вратарь быстро садится на лед и закрывает с собой всю нижнюю часть ворот. Александр, единственный шанс взять ворота – это бросить вверх. В противном случае вратарь... О, бросок! Промахивается мимо ворот. Мимо цели. Он теряет шайбу. Фиксирует шайбу намертво. В общем, надо смотреть в оба, иначе окажешься в ауте. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Бросил в касание. Быстрый бросок. Попадает в игрока прямо перед воротами. Выстрелил шайбу. Он промазывает. И он накрывает шайбу. Судья готов к вбрасыванию. Он потерял шайбу. Бросает шайбу. Шайбой владеет Австрией. Он забирает шайбу. И она выброшена. Выход 2-1. Наносит мощнейший бросок. Слева.
Шайбу получает Астрий. Накрывает шайбу и впереди вбрасывание. Игра вот-вот начнется. Вбрасывание выигрывает сборной Украины. Бросил шайбу. Справа. Выстреливает от души. Бросок и гол. Первая шайба матча под занавес первого периода. Парень из любой ситуации выжмет сок. Он скажет, что любой может добить шайбу. Но в протоколе такой гол ничем не отличается от других. И вот, наконец, долгожданные изменения счета в конце первого периода. Будем надеяться, что теперь нам недолго придется ждать следующего события. Бросает быстро! Номер 94 с передачи. Он припечатал. Микно. Ого, видали? Паренька просто размазали. Все готово к выбрасыванию. Украина достает шайбу. Варлам. Он отправляет шайбу в зону атаки. По центру. Последняя минута первого периода. Он украл шайбу. Варлама. Бросил шайбу. Вратарь направляется к шайбе. Они готовятся к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает сборная Австрии. Закончен первый период и счет 1-0. Пролетел незаметно, и мы возвращаемся к игре. Самое время провести первое вбрасывание и начать период. Вбрасывание выигрывает сборной Украины. Быстро бросает шайбу. Начало второго периода. Рвется вперед. Прокатывается за воротами. По центру. Еще один быстрый бросок. Вау, он промазал. Он упустил шайбу. Бросил шайбу. Пас вперед Михнову. Выход 2-1. Впереди. Украина владеет шайбой. И это положение вне игры. Мы готовы к вбрасыванию. Забрал шайбу. Шайба находится под контролем Украины. Бросает от души. Выход 1-1. Бросает. Удерживает шайбу. Судья назначает вбрасывание. Выход 2-1. Бросок с неудобной стороны клюшки. Справа. Штанга накрывает шайбу. Сейчас состоится вбрасывание. Варламов выиграл вбрасывание. Сзади.
отправляется за свои ворота. Варламов забирает шайбу. Потеря в нейтральной зоне. Точно! Он парирует и этот бросок. Бросок с кистей. Чуточку, но все же мимо ворот. Украина находит шайбу. Выход 2-1. Бросает шайбу. Шайба пересекает линию, и это проброс. Они готовятся к вбрасыванию. Микно выигрывает вбрасывание. Он отбирает шайбу. Сзади. Линейный арбитр зафиксировал проброс, как только шайба пересекла линию. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает сборная. Бросок сходу в касание. И он выбрасывает шайбу. Стреляет! За воротами. Бросает с неудобной стороны клюшки. И он накрывает шайбу. Судья готов к вбрасыванию. Австрия теперь владеет шайбой. Второго периода. Мощный бросок сходу. И на сей раз они попадают в офсайд. Игра вот-вот начнется. Вбрасывание выигрывает сборная Украины. Позади 40 минут матча. Счет 2-0. Позади второй перерыв, на очереди третий период. Все готово к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает сборная Австрии. Мощный бросок по воротам. Выход 1-1. Быстрый бросок справа. И еще один бросок. Украина не создает достаточного давления на ворота соперника. Ты только не засыпай, Александр, все еще может измениться. Команде просто нужно начинать забрасывать и делать для этого все возможное. Украина завладевает шайбой. Бросает без промедления. Бросает мощным шутком. Удерживает шайбу. Они готовятся к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает сборная Украины. Бросает быстро. Шайба заблокирована и не добирается до цели. Быстрый бросок точно в цель. И снова они бросают по воротам. Отправляется за свои ворота. Мощно стреляет по воротам. Офсайд. Мы готовы к вбрасыванию. Шайбу перехватил Австрией. Выход 1-1.
отличный бросок. Накрывает шайбу. Судья назначает вбрасывание. Бросает шайбу. Он промазывает. Ему намяли бока. Сзади. Быстрый бросок. Отправляется за свои ворота. Он перехватил шайбу. Братанга! И он зафиксировал шайбу в ожидании свистка арбитра. Сейчас состоится вбрасывание. Вбрасывание выигрывает сборной Украины. Бросает шайбу! Выстреливает. Он потерял шайбу. И быстро еще один бросок. Быстро и точно. Они готовятся к вбрасыванию. Украина. Необходимо знать. Австрия снова играет. Ответ. Шайбой владеет Австрия. Составит достаточно классных исполнителей. У них хорошая подвижная оборона и образ промахивается мимо ворот. И еще один бросок. Принимает бросок на себя. Шайба не проходит дальше. Шайбу получает Австрией. Перехватывает шайбу Украиной. Но наконец-то он сумел выбросить шайбу из зоны. И быстро вперед к центру площадки. Австрия не может реализовать уже второе большинство подряд. Игра завершена. Украина проигрывает в этой встрече. Финальный счет 2-0. Сегодняшняя звезда номер два из
сегодняшний